Вчера завершился третий финальный конкурсный день «Новой волны 2016». Концерт состоял из двух блоков. В первом блоке выступили артисты, и среди них можно отметить выступление Димы Билана с голографической постановкой на сцене. Конечно же, Николая Баскова, который снова летал по сцене в «Большом сердце» с пиротехникой в руках. И выступление Филиппа Киркорова, которое тоже отличалось своей фееричностью. Но вернемся к самому конкурсу. На «Новой волне» 2016 два победителя. Это Дина из Хорватии и Вальтер Ричи из Италии. Привет, я Дина из Хорватии. Я только что узнал, что я поделил первое место с Вальтером Ричи. И это неповторимое ощущение. Горжусь, что я второй хорват, который выиграл этот конкурс. Я восхищен, очень восхищен быть первым на этом замечательном конкурсе «Новая волна». Специально для Love Radio.